Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, мы тут играем в Richter has been elected капитан. Капец, мы уже начали играть, даже не знаю. Да. Я тут пытался что-то зарядить, но что-то как-то не так пытался. А у тебя не лагает, кстати? Нет. У меня как-то подлагивает, странно очень. Вообще очень странно. Такое бывает немножко. Притормаживает, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, иди сюда. Needs powder. Powder! Заряжаем. Заряжаем ядра. А, ну и я как всегда первый, потому что я заряжал все эти. И вот так. И вот, вот так вот. Вот так вот. Но я второй. Я второй. Таридадам, там, таридадам, таридадам. Погнали, 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 погнали. И да. Здесь зарядить. Тут зарядить. Не забудь, что мы сейчас за британцев надо стрелять по пирату. Чего делать? А, по пиратам. Там зарядить, здесь зарядить, друзья, вот так вот, короче, это все делается. Мы же пираты, это самая крутая, самый крутой симулятор. Не, он же, ему надо сначала доплыть чуток поближе, наверное, поэтому. О, капитан русский, да? Надеюсь. А, мы же по пиратам, я забыл. Что продал? Давай! Я все сказал, не забудь. Да, блин. Капитан, чуть правее. Кстати, подсвечивайте врагов, подсвечивайте расстояние. Все, стоп. Стоп, ребята, стоп. Так, заряжаем, заряжаем. Хопля! Вот так вот. Вот так вот. Капитан, и чуть-чуть, если можно, поближе микрофон или погромче. Нет, 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 подожди, подожди, подожди. Прави. Тема. Зачем ты на британцев пойдешь? Правый бок галеона, по галеону, ребята. Правый бок, да. Давай. Ба-ба! Хороший удар, но никого не убил. Наверное. Да иди ты отсюда, не мешай, блин. О, я подболил им паруса. Помпа откачайте, пожалуйста. Давай-давай, помпа подождет, помпа. Ну, давай-давай, дай мне смотреть. Правее, правее, чуть правее, можно? О, Хосе Ле-Ле, как я ему плюшку. Ага. Так, нам нужны снаряды. Вот так вот берем ящик, ставим его сюда, потому что у пацанов проблема. Заряжаем дальше. Я должен попасть. Вот так вот. Вот так вот. Капитан, ядрами пока стреляем, да? Ребята, налево впереди. Помпу откачайте. Помпа, все, помпа качает. Давайте. Крухит, попал, поэтому. Все, тут больше ничего не качаем. Так, давай. А, о, должно. Блин, че я никого не убил? Блин, только хотел стрелять. Нас прям жестко перебили. Так, внимание, чинимся. Чинимся. Я сдох. Чинимся, быстренько чинимся. Ты еще убил кого-то. Все, да. Чинимся, быстренько. Джангл. Джанго, Джанго, ну давай, респаун, респаун. Долгий респаун, кстати. Здесь что, еще правый есть? Чини, 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 что чинить? Никак не чини. Вижу, вижу, вижу. А что так близко? В смысле близко? Так, второе. Да, блин. Так, третье попало. А. Четвертое. Мало, 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 мало. Поехали, вот так вот. Что он сказал? Body ship. Какой не шот? Вот тебе шот. Он... Мы на таран пошли. Все, потопили их. Мы их потопили. Куда кого? Так, чиним. Чиню, 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 дырочку, дырочку чиним. Главное не убирать. Стараемся, стараемся. Так, где, в кого? Че у нас никто не хилит? Все прилетит, правый отойдите. Мы сейчас стреляем по пиратам, да? Мы англичане вроде, да, да. Где дырки? Я не вижу дырок. Я сейчас манипулирую, не стреляйте. Да, не будет это. Нос чиню. Fix this damned ship. Две дырки надо сделать. Да, народ, дырки найдите.
Все, нос это починил. Дырки. 3 минуты, блядь, по вам, дырка. Нашел одну. Вторую найдите. Там другие. Вторая тоже у меня. Чиню. Давай, все, дырок нет. Отпускать. Интересно, выровняйся, нет? Да, если да, выкачаем воду туда. Вот. Говори, левая, правая. Внимание. Левый по галеону. По галеону, ребят. Блять. Ёлки-палки. Мало! По пиратам, блин, ёлки-палки. Это я по своим. Это я случайно по нашим попал. Так. О, да, вижу, вижу. По шхуне. Давай, 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 давай. Ну! Только не воду. О, и вот это вот я на ее понял. Тихо. Дайте мне. Вот так. Да, это моя пушка. Левый еще стреляем. Успеем. Ну. Левый стоп. Вот так. Вот так. Я не пойму, что подпаливает, не знаешь? А, вот не знаю. Ух, как жестко там, к нам. Давай на вражеский кто сейчас. Через наш галеон на вражеский. Так, давай через наш. Я пошел. Бегом, 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 бегом. Я пока остаюсь. Корабль. Мы на бордаже, что ли? Я уже у них. Нет, это свои. Надо, блять, мать. Слышь, мне нравится звук, как они убивают. Минус два. И меня убили. Какой звук? Никогда не умирают. Что вы делаете, блядь? Выпрыгивайте, блядь. Идите убивать, помогайте нашим. Народ, да, через наш корабль на чужой надо было. Не знаю, что тупят, блядь. Я не знаю, зачем они стреляют по своим. А что, по нашим стреляли, да? Да, мы на правом борту сидели. Ой, вернее, налево. 4 дырки, народ. Вы что? Помпа не работает. А, работает уже. Ебать, 5 народы, блядь. Чиним, 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 чиним. Чиним, все дело нормально, все по плану. Что там, капитан психует, да? Да, нос надо ремонтировать. Иду на нос. Все. Ёбаный краб, не можем выключить. Нормально. Да где дырки? Поздравляю. 2 дырки еще, вот. Поздравляю, блядь, с проигрышем. А что проигрыш, нормально все? Мы иду строй, что ли? Я не знаю, но у нас еще дырка есть. И у нас были, мы уходим на дно. Я не нахожу дырку. Нашел. Сзади одна дырка. Тупик American Boy. Тупик American Boy. Что, утонули, что ли, я не понял? Да. Блин. Вот говно. Ух ты, я на втором месте, прикинь. Я на втором месте. Вообще красавец. А по убийствам что у меня? Офигеть, 5 убийств у меня, прикинь. А у меня одно вроде или нет вообще? Одно убийство. Капитан! Капитан! Наконец-то! Капитан! Капитан! Что тебе от капитана? Капитан! Вопрос, что мне тебе сказать? Не знаю, привет! Здорово! Так, все? Все? Заряжено? Ни хрена не заряжена, блин. Вот так. Нет, вот не спал. Гениально, блядь. Вообще красавец. Граб, блядь. Ну не прыгает помогать, блядь. По нашему галеону. Зачем, блядь, вопрос? Походу только я один там прыгнул и троих вырезал. Да я видел, ты выпрыгнул, а остальные стояли просто. 5 человек, блядь, на палку. Бля, я не знаю, как прыгать. Кто стреляет, нахуй? Кто выстрелил, блядь? Чем мы остановились? Это наши были. Кто, сука, выстрелил, блядь? Там сейчас стрелять будем, мы взяли, остановились просто так. А чё мы стоим, кстати? Пьем, хилимся, друзья, хилимся. Ребятки, если вам Black Wake нравится, ставим пальчики вверх обязательно, то есть лайки. И с меня будет левый больше борт, видосов. Левый борт по шхуне. Там у нас еще пушка есть. Вот. Давай, быстрее! Левее, еще левее, если по левому. А, я заворачиваю.
давай. Ну? Есть, но мало. Мало, но есть. Давай. Делаем. Делаем. Заряжаем. Все офигенно, все круто. Работаем дальше. И смотрим. Одна дырочка. Одна дырочка, надо ее. Так, левый стоп. Левый стоп. Левый стоп, все. Че-то у меня не заходит сегодня. Ну что, первый раз нормально было? Ну да. Так, планы сейчас куда? Левый, правый. Так, сейчас паруса надо сделать. Погнали. Двое. Очень сильно паруса разбивало. Уже прыгнул, делаю. Делаем, работаем. Капитан сказал, матросы сделали. Да, Влад. Капитан сказал, матросы сделали. Да. Боцман. Так, по Китаю бесполезно стрелять. По Китаю бесполезно стрелять. Ну зачем мы идем прям туда? Ну возьми левее, правее. Галеон. По галеон. Ой, блин. Ой. Дурка, дурка. Надо починиться. Надо починить. Одна дырочка. Одна дырочка. Делаем вот так. И попить чаек. Чаек попьем. Мы же англичане. Мы хилимся чайком. А я хилюсь. Пью чай. Нормально? Нормально. У всех война идет, а ты чай. А я чай пью. Ну что, нормально. Так, нужны ящики. Ящики. Берем. Так, все, стоплю. И ставим. Потом еще один ящик. Берем. И заряжаем, потому что нечем стрелять. Народу, ящиков нет, никто не носит их. Все молчат. Так, если не хотите ящики искать, то хоть говорите. О, так это же враги, блин. Вот так. Заряжаем. Враг. Поехали. Давай! Как они так быстро перезаряжаются, я даже не знаю. Тавр, там на нашем корабле враги будут. Там надо нашему кораблю второму помогать. Его на абордаж. А я туда не смогу запрыгнуть. А, там веревка есть. Может выпрыгнуть. Все, погнал. Так. Вот так вот. Ну, убил. Эй! Дай мне залезть! Потопили. Эй, меня забыли. Я на чужом корабле, блин. Все четко спланировано. Так, нос надо делать. Влад, я на чужом корабле. Буду здесь работать. Ты так ничего не сделаешь. В смысле, я могу. Бля, как залезть обратно? Пушки, все могу. А веревка тоже. Да? А я тут уже буду. По тропам. А, блин. А по обмену этим. Не работает, не могу смотреть в пушку. Я сказал. Все, иду к нашим, иду плыть. Хотя это долго, наверное, будет. Суицид. Я понимаю, вы можете там будете играть, конечно. Давай, суицид. Давайте команду подъем. Так, иду обратно, суицайднулся. Так, пока правый. Так, правый работаем. Пока работаем. На втором месте я пока держусь. 5 убийств, 4, правда, смертей. Но, что поделаешь, такова судьба. Главное, что делаем, получается все. И... Левый борт. Левый борт. Сейчас будет левый борт. Сейчас, ой. Нас немножко покоцали. Немножечко. Поехали, убиваем. Что у нас тут? На продаж? Иди сюда. Опля! И куда? Но! Минус один. Я не знаю, как они достают из склада. Я просто вижу, как они стреляют. Они сразу достают. Минус два. Кто хочет. И я сдох. Случайно. Ну как случайно? Я, наверное, далеко не был. Не успел человек выпить. Так, что у нас? Киллов 7. У меня 7 киллов. Карпас. Да. Нормально. Помпа. Я на помпе, а то что-то у нас это, тонем. Кто-то желательно дырочку сделать. Я 39-й левел. И? А мы еще на абордаже, да? Или просто зависли? Не потопили. Все, вообще красавцы. Very nice. Ребята, 3 дырочки есть. На помпе уже стоят. Успеем. Ну там я остались, вижу, там чужие еще остались.
не вижу дырок, не вижу дырок вообще, дыры находят. Молоток возьми и... Легче, блин. Помпа не успевает, чиним, чиним. Все, успеваем. Просто из-за нас корабль. А это нам еще наши помогли, они прилетели быстро. Да. А, если бы они не приехали, то ну как. Да, это наши, это наши, это наши. Ну молодцы, но у них нос сломан. Опять сломан. Они только починили его и опять сломали. Об наш корабль. Нормально. Ну зачем? Капитан, там враг. Че, суицид нажали? Да блин! Че ж мы везде проиграли? А, мы выиграли. А че, мы выиграли? А, не, мы же проиграли, блин. Да-да-да. Что поделаешь? Такова судьба. Друзья, на этом наш матч закончился. Сейчас посмотрим, сколько у нас поинтов, какое место взял. Кент, я на это все? Да. Ну тогда заканчиваем. Заканчиваем. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. В описании будет ссылочка на канал Хусьяно. На втором месте, да, в команде был на втором месте. Они тонули, объясните. Так что всем удачи и всем пока. Заходите на канал Хусьяно, увидите, что он там пишет, что записывает. Есть хорошие видосы, так что стоит посмотреть. Всем пока.